Федотов Михаил Алексеевич. В 1945 году в боях при ликвидации фашистской группировки, наступлении на реку Вислу и прерыве обороны противника в районе Гданьска командир тяжелого танка Михаил Федотов проявил мужество и героизм. Уничтожив 3 вражеские бронемашины, тяжелораненый герой, оставшийся без снарядов, вдвоем с раненым заряжающим, ворвался на вражескую батарею и давил гусеницами все подряд. Гвардии полковник Гниленко доложил командованию: Федотов уничтожил 6 танков и самоходных орудий, 11 пушек, 2 минометные батареи, 3 транспорта и около сотни солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета от 29 июня 1945 года Михаил Алексеевич Федотов за проявленное мужество и героизм был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Мы гордимся героями, мы помним их имена, вечная слава победителям –